Всем привет! С вами Иван, и сегодня у нас на обзоре гитара Enya Nova Go Sonic. Поехали! Издалека может показаться, что это самая обычная или сполоподобная электрогитара, ведь у нее есть два звукоснимателя, какие-то ручки, и мы даже подключили ее с помощью обычного джека. Но у нее есть два суперсекрета. Это встроенный динамик и встроенный процессор эффектов, что, конечно же, делает ее особенной. Ну и обо всем по порядку. Гитара у нас сделана из карбона, и корпус, и гриф, и накладка грифа. Она довольно легкая. Плюс она также имеет округлые формы, что значительно добавляет удобства при игре. На борту у нас два хамбакера, трехпозиционный переключатель, ручка громкости, а также ручка управления процессором. Но об этом чуть позже. Ну и так как в базе своей это электрогитара, давайте послушаем ее без использования встроенного процессора. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Как я говорил раньше, у нас есть здесь кнопка управления процессором, и давайте посмотрим, что она может прямо из коробки. Ну и давайте включим процессор. У нас есть 4 типа звучания. Первый — это чистый. Следующий — это овердрайв. Дальше идет дисторшн. И последний — это хай-гейн. Звуки, в принципе, неплохие. Но если вы как-то хотите их изменить, вы можете сделать это с помощью приложения Enya Music, которое мы уже установили на телефон. Давайте рассмотрим его поподробнее. Итак, мы подключились к нашему приложению с помощью Bluetooth, и давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть 4 варианта звучания. Это Clean, Overdrive, Distortion и High Gain. В каждом из этих вариантов у нас есть 4 пресета. Посмотрим Clean и какой-нибудь нажмем пресет. Например, вот этот. Послушаем, как он звучит. Теперь зайдем в него и посмотрим, что у нас здесь есть. Мы сразу видим панель усилителя. Дальше за ним идет эквалайзер. Мы можем, например, добавить средних частот просто простым смахиванием пальца. Дальше есть модуляция. Есть варианты хорус, тремоло и вибрато. Давайте выберем хорус. Дальше есть noise gate, но его мы оставим на перегруз. Есть delay. Давайте попробуем изменить уровень. И, например, уменьшим время. И также у нас есть реверберация. Давайте ее включим. И добавим уровень реверберации.
Аналогично все работает и с другими типами звучания. Давайте попробуем, например, перегруз. Выберем high gain и, например, вот этот пресет. Послушаем, как он звучит. Теперь нажмем кнопку Edit, и здесь мы также видим усилитель. У нас их, кстати, всего лишь два, как раз Clean и перегруз. Здесь на самой панели усилителя мы можем выбрать Gain, громкость, есть трехполосный эквалайзер и ручка Presence. Давайте перейдем к следующей вкладке, вкладке эквалайзер. Здесь мы, наверное, ничего не будем менять, довольно неплохой звук. Дальше есть кнопочка модуляции. Мне не очень нравится, как здесь звучит хорус, поэтому давайте его из этой цепочки просто уберем. Как видите, все настраивается интуитивно легко, а также есть базовые необходимые эффекты. В приложении AnyMusic вы можете найти необходимые гитаристу инструменты для занятий, такие как тюнер, метроном, а также есть драм-машина, с помощью которой вы можете отрабатывать ритмы в разных жанрах. Если вы только начинаете свой путь в музыке, то в приложении есть возможность изучить аккорды. Есть вкладочка Basic Chords, где мы можем посмотреть различные аккорды и их обозначения с помощью картинок. Как я уже говорил, в гитару встроен 10-ваттный динамик. И давайте послушаем, как он звучит. Многого, конечно, от динамика ожидать не стоит. Но как вариант поиграть в дороге или позаниматься, имеет место быть. А еще на торцевой стороне гитары расположен разъем USB Type-C, с помощью которого вы можете подзаряжать гитару, а также записывать свою игру. Здесь же расположен разъем для наушников, чтобы вы могли играть и не мешать окружающим. Перейдем к выводам. Итак, у нас довольно интересный инструмент за свои деньги, который подойдет не только начинающим, но и гитарным энтузиастам, а также людям, которые хотят куда-нибудь уехать с инструментом, но не хотят заморачиваться с усилением. А что думаете вы по поводу этого инструмента и победил ли пластмассовый мир в очередной раз? Пишите в комментариях. С вами был Иван, пока! Давай, покажи, что ты можешь. Ну-ка. Не смешно. Покажите, на что вы способны. А еще? А еще? А еще? А компот? Нойз гейт, господи. Ты забей на нойз гейт, лучше. Давай, переходи сразу к реверу, дилей вот этого.